Привет, дорогие подписчики! Пришло время менять штатную магнитолу ZAS Forza на двухдиновскую. Штатная магнитола на двухдиновскую. Пришло время менять. Купил новую двухдиновскую магнитолу и там столкнулся с такой проблемой. И разъем идет евро стандарта, но и при подключении магнитолы родной тоже идет разъем евростандарта. Но столкнулся с такой проблемой, что распиновка не соответствует этого переходника к разъему, тот, что установлен на автомобиле ZAS Forza. Разъем мы имеем одинаковый. Можно было не заморачиваться. Просто взять, там отрезать этот пин по проводам и припаять, либо же какими-то соединителями его прикрутить. Нужный провод к нужному проводу. Ну, я человек непростой, люблю позаморачиваться, и чтобы не портить разъем на машине, не обрезать, я решил сделать данную конструкцию, чтобы потом можно было легко эту магнитолу отсоединить, снять и поставить назад, например, штатную магнитолу. Сначала долго думал, бегал, искал найти переходник ПАПА для этого разъема. Но, увы, в наших магазинах, ни в интернете я не нашел такой разъем. Сначала пропаял все концы, повсовывал в разъем. Все работает, все хорошо, но время зимнее, и при включении печки все, что всовывалось и перематывалось изолентой, все начало таять, и проводки начали выскакивать. И тут мне пришла идея, как все это исправить. Взял я обычный кабель телевизионный. Обычный телевизионный кабель. Нашел, у себя дома валялся. Нужно кабель брать максимального сечения и нарезать вот такие вот штучки небольшие. Потом эти штучки берем в разъем и подгоняем, нарезаем в разъем. И они, сначала я их залуживаю, так как и пустые, они легко проходят. Фиксируются, но легко проходят. Я их залудил, теперь они нормально и фиксируются. Для чего оставляется вот эта вот штучка беленькая? Все очень просто. Для того, чтобы когда вы в этот разъем их всунете, вот так вот, все по очереди. Смотрите, не пропустите пин. Все они хорошо лазят не той стороной, наверное. Не той стороной. Вот, сюда. Всовываем все их, которые необходимы. Если чуть не влазит, нам помогут плоскогубцы. Тоже не подсунуть. Вот. Так как где-то больше олова напаялось, где-то меньше. И получается вот такой вот не замысловатое устройство. Теперь как мы их делаем? Значит, берем, ну, это для образца, примерного размера, все, чтобы, ну, для красоты, чтобы были все одинаковые, примерно пометили. И
Нарезаем примерные, ну, чтобы все было красиво, мы ж не жопорукие, чтобы все было, ну, примерно одинаково. Вот так берем с одной стороны, с другой стороны, все аккуратненько. Вот эти аккуратно, ножи острые, можно порезаться. Лучше это все делать в перчатках. Вот, обрезаем эти краешки. Краешки. Вот, получается вот такая вот штучка примерная. И так как она, ну, сильно легко заходит туда, проходит, проскакивает, надо ее как-то уплотнить. А как мы ее уплотняем? Как я уже говорил выше, залуживаем. Тот, кто хоть иногда обращался с паяльником, это легко сделает. Ну и те, кто смотрит это видео, я думаю, они обращались с паяльником и знают, что это такое. Берем быстро так, аккуратненько. Залудим его. Канифоли не жалейте. Есть жидкости специальные брызгать. Канифоли не жалейте, остудите обязательно, потому что вот эта перегородочка плавится и штырек может выскочить. И второй конец. Все. При залуживании диаметр увеличивается. Проволоки, которые мы вставляем. Постудили, все. Вот получается такая штучка. Потом аккуратненько с одной стороны его приплюсниваем, так как этот самый при вставлении разъема, если их не приплюснивать, получается мало места друг для друга. Сильно близко расположены пины. И это все. Вот мы залудили все, и оно красиво все капитально становится. Вот такое вот чудо получается техники. Для подключения магнитолы в разъеме Засфорза необходимо 12 таких штырьков. Распиновка идет 18, 16 штук. Для подключения задействованы 12 проводов. Китайцы зачем-то сделали 4 провода ненужные. Что в этом разъеме? А, в этом разъеме. Засфорза в разъеме, там 12 проводов задействовано для подключения. Все, вот получается такая незамысловатая конструкция. Подгоняем, чтобы примерно были все одинаковой длины. Для удобства. Это для всех проводов. Для питания провода идет более толстый. Для подключения толстых проводов, как я уже говорил, питание, провода питания, они идут намного толще, идут от этого самого. Этот разъем не подходит, он пролетает со свистом и нечего делать. Для этого я порылся в закромах и нашел вот такую вот медную проволочку, которая очень хорошо сюда с натягом входит. Сейчас попробуем сделать для нее, если получится, такую же изоляцию. Попробуем, вытянули. Нет, наверное, не получится. Ну, можно нагреть. Берем, одеваем. Вот получается тоже такой же изолированный. Вот. Так, обрезаем его необходимого размера, зачищаем. С
обеих сторон обязательно, так как он покрыт специальной токонепроводящей пленочкой. Зачищаем с одной стороны. Жена меня убьет, увидев это, что я делаю на столе. Лучше возьмите какую-то досточку и на ней зачищаете. А еще лучше сразу на большом куске зачистили. Все, зачистили один конец. И зачищаем второй конец. Зачищаем второй конец. Один конец не трогаем, который будет заходить, потому что он плотно заходит туда, его утолщать не надо. А второй конец зауживаем, как и все остальные, для того, чтобы, берите во что-нибудь его, потому что горячо. Зауживаем, так как мы к нему будем припаивать. Вот. Хорошо, нагреваем. И в это же время наша термопрокладочка. Не термопрокладочка, она не термическая, но прокладочка. Изоляционная прокладочка. Купил его в магазине. Такая гадость. Припой. Какая гадость. Сильно тугоплавкий. Ну, благодаря сабдеповским припоям. Все будет намного лучше. Пора поняли. Залудили, и вот получается изолированный пин для питания. Также делаем для минусового питания. Два разъема здесь таких. Все, для, все задействованы, все необходимые нам провода. 12 проводов. Берем термоусадочку. Купил такую в магазине. Ну, красная, красная, розовая, розовая. Все, нарезаем, сколько нам надо кусочки. Одеваем на проводок и припаиваем конец. Припаяли. Убедимся на надежности спаечки. Все держится. И вливаем термоусадочку на него. Все. Контакт надежный. Следующий делаем таким же образом. Насаживаем термоусадку заранее. Ну, немного не надо, потому что провода крутятся туда-сюда. Пару паяем, пару насадили. В итоге мы получили вот такой вот выхода на концах. То бишь один разъем будет втыкаться в новую магнитолу. Новую магнитолу. И вторые концы, необходимые разъемы такого же гнезда подключения магнитолы в машине. Далее пойдем подключать магнитолу в машине. Вот мы на машине будем подключать теперь вот это чудо магнитолу фирмы китайского пионера
с кривой наклейкой к магнитолу. Как я уже рассказывал, разъем идентичный. Возьмем этот, идентичный этот, но распиновка проводов не соответствует распиновке этой проводов. Для этого мы и смастерили такое чудо соединение. Ну что, приступим. Толстые провода всегда идут у нас питание. Желтый плюс в данной разводке, черный минус. Здесь тоже вот идут толстые два провода, черный и красный. Черный минус, красный плюс. Ну, с Богом, пробуем. Этот входит. Вот этот долбан, ну, хорошо входит. Вот и на красный, черный на черный. Вижу, темнеет. Зима на улице. Вот как красиво, плотно все стоит. Дальше. Значит, у нас еще основное питание. Есть еще дополнительный плюс. Дополнительный плюс, который поддерживает магнитолу с выключенной машиной в работоспособном состоянии. Так. Второе дополнительное питание, чтобы поддерживалось, это у нас здесь оранжевый, у нас он идет красный. Красный на магнитоле. Вот мы его так красиво клац и садим. Вот, все мы их на месте с это самое поставили по распиновочке. Ну и для удобства, чтобы они были покомпактнее. Вот так вот мы их сжали. Вот такой вот получился у нас чудо. Этот чудо разъем. И для более надежности вот так вот скрепим их хомутиком. Хомутиком. Неправильно я хомутика делал. Вот так. Чтоб они никуда не делись и все держались. Вот так по краю хомутика делал. Второй хомутик. Для контроля второй хомутик. Один. Уже наверняка. Я думаю, никуда он у вас не денется. И можно подключать к любой магнитоле. Ну, теперь давайте попробуем включим его. Сие чудо техники. Вот он, есть разъем. Есть разъем здесь. Ну, пробуем. Заработало. Сие чудо техники. Все работает, все включилось. Подсветка проверяем. Вот, подсветка заработала. Фары включились. У нас на этом самом показывает. Все, подсветка это не работает. Работает. Ну что, подключение магнитолы, как вы видите, произошло успешно. Можно ехать смело на рыбалку.
и вас навигатор в магнитоле доведет в нужное место.